Так, ну що, у нас дев'ятий поєдинок. Нагадаю, вагова категорія до 63 кілограмів. У червоному у нас Гурняк і Соромецький у синьому. Є перевага в антропометрії у Гурняка Владислава. Він вище, в нього більш довгі кінцівки, тож йому трошки, мабуть, буде легше. Ну, дійсно, в тайквондо преимущество в антропометрії, іменно в рості, дає можливість спортсмену працювати на більш довгій дистанції. Дает преимущество для ударов с переводом в голову. Так, и таким чином спортсмены, які нижчі, в них менше кінцівки, тут треба мати чудовий таймінг, влучно працювати вчасно і виходити на свою ударну дистанцію. Да, у спортсмена в синім остается как вариант работать чисто тактически. Сближаться, пробовать удары с клинча, вот как раз то, что у него получилось сейчас, пробовать удары через руку. Ну и, как правило, у низкорослых спортсменов получаются удары на вращение неплохо. Так, ну а первый раунд у нас завершено с рахунком 5-4. Гурняк чекает на наступный раунд. Поки що, ну, майже рівний результат, тобто що нічого не вирішено. Даний регламент соревнования предполагає 3 раунда по минуті, короткий перерыв 30 секунд. І полуфінальні, фінальні поєдинки будуть проходити по формулі 3 раунда 1,5 минути. Напомним, что данный турнир является отборочным. Ребята, которые выиграли в своих весовых категориях, стали чемпионами первого всеукраинского турнира Combat Games, будут представлять национальную сборную на всемирных играх единоборств школьников, которые пройдут уже в июне в Венгрии, в Будапеште. Так, тут у нас спортсмены змагаються за ліцензію на міжнародні змагання. Так, рахунок у нас зрівнено 6-6. В даному випадку ми бачимо позиційну боротьбу. Центр площадки. Більш вигідна позиція, відповідно. Спортсмен, который находится ближе к линии, всегда рискует получить предупреждение камджам, так называемое. Спортсмен, который получает предупреждение, автоматически теряет один балл, который присваивается сопернику. Таких предупреждений максимум 10. Если спортсмен во время поединка в любом раунде выполняет 10 нарушений правил, получает 10 предупреждений камджам, он будет считаться автоматически проигравшим по штрафным баллам. Так, іноді таке буває, що спортсмен не чує команди рефері і продовжує атакувати. За це і отримав у нас Соромецький зауваження. А у нас останній вирішальний раунд. Достаточно ровная борьба, 11-10. И так как мы говорили в начале поединка, спортсмен с синим забивает баллы в основном с близкой, с короткой дистанции, там, где у него есть преимущество при работе в клинче. Так, рахунок 13-10 тим часом, Гурняк поки що попереду. Попытка с разворотом, но надо напомнить, что попадание в жилет и в шлем фиксируется автоматически электронной системой. Балл рукой оценивают боковые судьи.
Боковые судьи имеют специальные джойстики, на котором расположена синяя и красная кнопка. И, соответственно, балл рукой начисляется при подтверждении минимум двух боковых судей. Счет 13-12. Дуже рівний поєдинок. Да, очень ровно. Ну и на последних секундах главное сохранить преимущество, то, что и получилось у спортсмена в синем. Так, все ж таки наздогнав свого опонента Соромецький і все ж таки перемагає на останніх секундах. Завдяки своїм активним діям він перемагає у цьому протистоянню і саме він виходить у наступне коло.